который ганцы разыграли очень и очень четко. А фол. Замечательный отменный перевод на противоположный фланг. И тут все очень здорово. Риски, конечно, африканцы. Удар поворотом 3-0. Фантастика. Ну, совершенно неразгромная игра для команды Кореи. Знаете, Джордан Аю свой второй мяч забивает бильярдным ударом. Началось все с того, что опять все просели на правом фланге в обороне. Корейцы, несмотря на то, что ушел Ким Чхан Су, ну а Аю прекрасный удар, тут не было никаких вариантов. Дубль.